Полвека кропотливой работы и отменного качества. В этом году Бобруйска Громаш празднует дважды. Накануне Дня машиностроителя именитому заводу исполнилось 50 лет. За этот промежуток предприятие приобрело колоссальный опыт в сфере производства и реализации техники для аграрного комплекса. Однако главной ценностью по-прежнему остается человек. Многие посвящают годы самоотверженного труда любимому месту. Стаж у меня 33 года на этом предприятии. Что все время здесь отработал, никуда не уходил. Большой срок, ну так и работаешь интересная. Технологические процессы создаем, машины, как бы видим свой труд, его результаты. Люди, коллектив, все это засасывает. С этими людьми всю жизнь проработал, знаю их, как бы их проблемы и домашние, все это не чужое, меня знают. Поэтому менять на неизвестность я бы не стал. Добро пожаловать! Предприятие всегда тепло принимает новичков. Чуть больше года назад к дружной команде присоединился и молодой специалист Никита Копровский. Все практики, в том числе и преддипломную, он прошел на Бобруйско-Громаше. Начинающий инженер-технолог уверенно делает первые карьерные шаги. По секрету, после отработки парень планирует остаться на уже родном заводе. Первое время сложновато, что и по цехам водили, и в другие отделы, знакомиться с другими людьми, запоминать весь этот поток информации. Было немножко сложновато, но со временем уже привык, то есть легче стало. Больше всего нравится разбираться в чертежах. То есть, когда приходит какое-то задание, что надо составить техпроцесс какой-либо детали, нам дают готовый чертеж, какая она должна быть. И мы тогда уже делаем разработку нового техпроцесса, последовательность операций и разбираться, какая именно деталь, что она обозначает, какую шероховатость ей необходима, квалитет точности, и прочее. Благодаря упорному труду тысяч людей Бобруйско-Громаш в топе производителей сельскохозяйства техники. За 50 лет предприятие расширило не только выпускаемую линейку продукции, порядка 150 наименований, но и сотрудничество со странами по всему миру. Наши машины с успехом помогают аграриям в Европе, Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке. Здесь выпускается та система машин, которая необходима нашим сельхозпроизводителям. С помощью этих машин многие работы упростили в сельском хозяйстве. Ушло много труда ручного. На смену прошли новые технологии, которые способствуют повышению эффективности работы сельскохозяйственного комплекса. И вот эти достижения в аграрном секторе, они, конечно, связаны с машиностроением нашей страны. И связаны непосредственно и с машиностроением Бобруйского Громаша. Для души. Накануне в честь полувекового юбилея и профессионального праздника 70 человек получили заслуженные награды за добросовестный труд из рук директора. Бобруйский Громаш высоко ценит каждого, кто ежедневно прикладывает все усилия к развитию и улучшению предприятия. Все со своим характером. Все у нас уникальные. Но это люди, которые своим трудом создают готовый продукт. Люди, которые действительно готовы жертвовать своим временем, силами для того, чтобы получить результат. Это настоящие люди. Все вместе мы Бобруйск-Агромаш. Настоящие профессионалы своего дела трудятся и на заводе тракторных деталей и агрегатов. Анатолий Боричевский в своем деле как рыба в воде. 20 лет на предприятии, а общий стаж и того больше – 44 года. Отточенные и выверенные движения видно невооруженным глазом. Мастер с большой буквы признается, за годы работы ТДА расцветает с каждым днем. Модернизируется оборудование, улучшаются условия. Поменялось очень сильно много. Коллектив стал более сплоченный, с высокими разрядами. Стабильно, которые осели на это место. И зарплата тоже меня устраивает. Живу рядом, завод близко. Папа – лучший пример. Антон Акушевич на предприятии совсем недавно, без малого 2 месяца. Одной из причин, по которой парень решил распределиться на именитый завод, стал отец, который также трудится на ТДИА. Молодой специалист описывает первое место работы 3 словами – простота, совершенствование и надежность, которые как нельзя лучше раскрывают суть предприятия. Больше всего нравится получать новые знания. Новые знания, развиваться в своей сфере. Также нравится разбираться в каких-то системах. То есть я работаю с системами автоматизированными, с роботами, то есть со станками, которые имеют в своем составе роботов.
И вот нравится изучать те системы, которые раньше нигде не видел, не работал с ними. Поддерживают, помогают, скажем так, обучают чему-то новому. За 75 лет завод тракторных деталей и агрегатов накопил колоссальный опыт, на котором строится настоящее и будущее. Количество сотрудников предприятия перевалило за 2500. География поставок свыше 70 стран по всему миру. Произведено и реализовано более 25 тысяч тракторов «Белорус». Технику с лейблом, сделано в Бобруйске, используют не только ближайшие соседи, но и потребители из дальнего зарубежья. Высокие показатели в очередной раз подчеркивают профессионализм и самоотдачу профи, которые стоят за большими цифрами. Дорогой завод, поздравляем с днем машиностроителя. Пусть всегда с радостью начинается рабочее утро. Желаем нашему заводу процветания, побед и новых достижений. А коллегам новых идей. Бобруйские гиганты не устают доказывать, какое бы давление ни оказывалось со стороны, мы становимся только крепче. За плечами предприятий огромный тернистый путь, который пройден достойно. Сегодня для Беларуси машиностроение не просто слово, а ведущая отрасль государства и масштабный пласт в экономике. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.